рождения был. Но не важно. Еще 3 дня не прошло. Мне глаза ее скажут много, слишком много позаданной тени. Очень тонкий нервный палец, очень рваный черный чулок, и кивок головы, как выстрел, ночь длинна и общая проблема. Только взгляд не накрашен у глаз, прямо внутрь протяжный колко, то ли много холодных ночей прогоняли сквозняк сквозь зрачки, то ли нежность вылилась болью, то ли просто такая зима. Только разве же так пропадают от простого касания руки, от обычных безликих фраз? Отчего я схожу с ума? В этом прошлом очень темно, эти руки многое помнят. Вот и я слишком крупно дрожу, вот и я пропускаю удары. Как всплывать на поверхность к воздуху, когда сердце в иллюзиях тонет? Как спасать свое глупое сердце, разгораясь таким пожаром? Мне глаза ее скажут много, слишком много позаданной тени. Очень тонкие нервные пальцы, очень рваная черная челка, и кивок головы, как выстрел, ночь длинна и вообще не проблема. Только взгляд не накрашивает глаз.